На понедельник объявлен желтый уровень опасности. Сохранится ветер порывами до 18 метров в секунду. МЧС предупреждает, возможны нарушения электроснабжения и повреждения слабо укрепленных конструкций. На большей части республики ожидается кратковременный мокрый снег, местами метель. На отдельных участках дорог – гололедица. Температура воздуха днем от минус 4 до плюс 4. В Беларуси почти на 10% увеличились цены на закупку драгоценных металлов в изделиях и ломе. Грамм золота 750-й пробы, например, стоит чуть более 100 рублей. 958-й – свыше 40. Платину скупают по 74. Стоимость серебра – рубль 73 копейки. Изменения не распространятся на мерные слитки и монеты. В гаражном кооперативе на Ковзана произошел взрыв. ЧП случилось в пятницу около 7 вечера. Спасатели из-под завалов извлекли мужчину. С ожогами он госпитализирован. Еще один выбрался самостоятельно. Разрушены 3 гаража, еще в 2 пострадали крыши. Повреждено 3 легковушки. Предполагаемая причина – вспышка газовоздушной смеси либо паров легко воспламеняющейся жидкости. В Бобруйском районе с марта по декабрь проведут разведывательные экспедиции по сбору информации о неизвестных ранее захоронениях воинов Красной Армии, затонувшей бронетехнике, сбитых советских самолетах и пропавших без вести экипажах в годы Великой Отечественной. На основе полученных сведений будет работать 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Вооруженных сил Беларуси. В стране началась масленичная неделя. В Бобруйске праздничные гуляния пройдут в парке культуры и отдыха в воскресенье. Начало в 12:00. В программе песни, танцы, спортивные состязания и игры на свежем воздухе. Будет работать и фудкорт с чаем, блинами, драниками и шашлыками. Плюс торговые ряды с изделиями от ремесленников. В час дня состоится традиционное шоу «На столбе с петухом и подарками».